Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Моего видео у нас только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе MyAD Magnit, где мы покупаем рекламные пакеты, просматриваем рекламу и нам за это начисляют денежки. Сегодня, друзья, я проверила этот проект на вывод. Это мой первый вывод. Значит, выводила я $6 ровно. Здесь без центов мы ставим на вывод. И, на удивление, пришел вывод быстро. 20 минут назад это было. Плюс 5,94 USD. Payeer у нас берет комиссию. 27.01.2020 год. Комментарий. Мой АД Магнит. Все замечательно. Проект платит. И на кошелек 27 января 2020 год. Перевод выполнен. 5.94. Комментарий. Мой АД Магнит. Значит, я хочу, чтобы вы меня услышали. Я никого не призываю вкладывать. Я рисковала своими деньгами. Как бы это интернет. И всякое может случиться. Значит, как он долго будет работать, друзья, я понятия не имею. Но пока он работает, я в проекте. На данный момент у меня в работе 13 пакетов. Это $13. Значит, вот это наш баланс. Это вот тут также баланс на вывод у меня 54 цента. Минимальный вывод отсюда на Payeer кошелек от $1. Ставим на вывод без центов. И определенный процент идет на пассив валет. Сюда. Здесь мы также с этого счета за $1 покупаем био пакеты. Так. Нажимаем сюда био и покупаем. Вот у меня столько вот рекламок. Далее мы просматриваем ежедневно рекламку, как я говорила. И после чего нам начисляются деньги. Если мы не просматриваем рекламку, нам денежка не засчитывается. Но я в целом пока довольна проектом. Дай бог он проработает подольше. Вот. Ну, всяко бывает. Теперь я буду уже зарабатывать. Я свои вывела. Я сюда заходила, друзья, на $5. И уже буду из заработанных денежных средств уже наращивать пакеты. Вот. Ну, буду продолжать мониторить этот проект на вывод. Буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.